серебряный пляж рукой подать. То проблема в том, что спуститься, если кино, надо крюки наворачивать. Прямой трекинг нет к нему. Сейчас попробую напрямик, какая-то есть крутой склон, трапинг, или это водой смывает. Попробую спуститься напрямую. Тут есть какие-то тропки. О, наверху бочка смерти. А я спускаюсь напрямую к серебряному пляжу. Такие кораблики даже ходят из Блокавской бухты на ближний пляж Серебряный. Первый год что-то обустроили. Раздевалки, душевые, туалет есть. Там даже попить можно купить. Чипсы, пиццы. Такой пляж, галька. А вот сейчас что-то даже там воздух немного, вода мутная, грязноватая. Наверное, шторм принесло. Двадцать сентября сегодня. Все, конец. Сезону конец. Пляж Серебряный или Ближний.
довольно 100 рублей на большом кораблике потом. Yeah.